Сегодня я хочу вам показать осамику. Я ее очень люблю, потому что она цветет без проблем, без танцев с бубном. Цветочки достаточно крупные у меня, не знаю, может быть, клон такой, но цветы хорошие, крупные такие. Аромат божественный. Очень жалко, что второй цветоносик, который чуть поменьше, вот этот вот, он пока еще только надувается. Хотела, думала, что сразу два, это было бы вообще шикарно. Ну, что делать? Вообще она растет не так быстро, но зато цветет с каждого роста, если это взрослое растение. Но она доставляет мне большое удовольствие тем, что она очень необычная губа у нее, такая резная. И цвета очень красивые, невозможно передать. Вот. И аромат, конечно, карамельный аромат. Он просто, ну, вкусный. Вот это можно сказать именно про осамику. У целлогины вкусные цветы. Советую ее иметь в своих коллекциях, кто любит целлогины.